Приветствую вас, Владислав. Я бы сказал, что основная проблема, которую вы переживаете, это проблема завышенных ожиданий от вас, завышенных ожиданий от самого себя, завышенных ожиданий от того, что вы можете, что вы могли, как бы вы могли стать и прочее, прочее, прочее. Это, на мой взгляд, основная проблема, потому что вот кому-то вам говорили и прочили вам блестящее будущее и вот все такое, это мне угадывается некий такой, знаете, некий такой популизм, потому что, ну вот, никто из, вот, по-настоящему любящих людей, да, никто не будет говорить своим близким, что у них там, какое-то вот будущее блестящее. Вот. То есть можно сказать, что, допустим, у тебя есть те или иные способности, у тебя есть те или иные таланты. Можно вот сказать это, можно сказать так. Вот. Но будущее никто предсказывать не может. То есть будущее никто не будет предсказывать, никто не стал бы предсказывать будущее. Вот. А в вашем же случае ситуация, ну, выглядит совершенно не так. В вашем случае ситуация выглядит совершенно иначе. В вашем случае ситуация выглядит так, что вам как раз таки значит, это будущее пыталось предсказать. Вот вы, естественно, поверили в то, что эти люди правы, вот, вы поверили в то, что эти люди, ну, если уж они что-то говорят, значит, они, наверное, знают, что говорят, подумали бы, вот, поэтому забываю, что люди хотят, видеть часто то, что, то, чего нет на самом деле, вот, если им нужно было в вас увидеть кого-то, то они кого-то вас увидят обязательно, и ничего вы против этого не сможете сделать. Абсолютно. То есть если вот, если захотят увидеть, то увидят. А вот как вам жить с тем, что вас кого-то видели, а теперь не видят, как вам жить? Ну, на этот вопрос, понятное дело, никто уже отвечать не буду, потому что, ну, это все уже не важно. Вот. Поэтому я думаю, что первое, на что вам нужно обратить внимание, это на ожидания, вот, которые совершенно напрасно, совершенно
на вас, как мне кажется, возложили, ну, ваши вот учителя, педагоги и прочее, всякое. Вот. То есть, как бы, вот. В этом направлении я рекомендовал бы вам подумать, вот. И что особенно важно, это то, чтобы вы вот обратили внимание вот в ну, в большей степени на себя, да, на вот то, что вам сейчас сейчас актуально, понимаете? То есть не то, что актуально там вот другим людям, а именно вам, то вам актуально, то, чего вы хотите. Вот. И, конечно, исходить нужно из тех реальных вещей, которые сейчас имеет место быть, с тем, чем реалистичнее вы будете смотреть на, допустим, себя, чем реалистичнее вы будете оценивать себя, тем больше шансов, что вы вновь придете в норму, ну или, по крайней мере, сможете как-то вот реально сделать то, что вы можете делать, да, то есть не то, что вот вам там кто-то значит, ну, кто-то навязал, а именно вот то, что вы можете. И жить, вот если мы говорим о том, собственно, как жить, то жить, я бы сказал, можно, опираясь на то, что вам сейчас важно. То есть вот то, что вам важно, именно вам важно, оно никуда не делось. Оно по-прежнему для вас актуально. Если это действительно для вас, если это действительно для вас важно, понимаете? Вот. Просто вспомните о том, что для вас важно. Подумайте, как следует, что для вас имеет, ну, что для вас имеет значение, значимость, вот, что для вас актуально. И вы понимаете это. Да, это будет нелегко. Да, у вас какие-то вещи у вас получаться не будут, это очевидно. Какие-то вещи будут там вам, не
знаю, недоступно, недоступно, да, к примеру, вот, какие-то вещи. Это так, это правда, это глупо отрицать. Но то, что вам важно, то, что вам важно, именно то, что для вас важно, вы это сможете реализовывать, вы сможете это реализовывать. И если для вас это действительно важно. Другой вопрос, что мне вот, например, показалось, да, вот мне показалось, что в большей степени вам важно, ну, вам важно оправдать ожидания людей. Вот. Я не говорю, что это 100% плохо. Я не говорю об этом. Я не говорю, что это прям вот 100% плохая история. Я говорю о том лишь, что это для вас сейчас, ну вот, в большей степени такая вот приоритетная задача, нормально. В большей степени для вас это приоритет. А все-таки, куда важнее, чтобы приоритетом было вот то, что хочется вам, то, что вам самому хочется, понимаете, не кому-то именно, да, а вам, именно вам. Вот. Поэтому я думаю так. А я не думаю, вот, честно говоря, я не думаю, что вам помогут истории, других людей, вот, потому что редко, когда подобно помогает, потому что всегда можно, например, сказать, что, ну, у меня только другая история, у меня все по-другому, у меня все иначе, у меня все не так. Вот, поэтому я честно, вот я вам честно говорю, что мне кажется, вам не поможет такая вот, ну, такая ассоциация на других людей. Вам нужно именно, работать с тем, что у вас есть сейчас. Вот. С принятием того, что представляете себя вы сейчас. Это будет непросто, но это то, что может реально решить вашу проблему. То, что вы, к примеру, сравниваете себя с другими людьми, говорить, что вот я там умственно отстал и прочее, это все стереотипы, потому что это все сравнивание, опять же, да, то есть вот я умственно отстал, и, там, по сравнению с тем,
примеру, хотя бы я мог быть и прочее, прочее, прочее. Вот. Ну, можно, конечно, говорить об этом, что вы там, ну, кем вы могли быть. Можно говорить так, что вы могли быть тем-то, 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 могли быть. Но вы тот, кто вы есть. И, на мой взгляд, ну, исходить нужно из этого все-таки. Вот. А не из того, кем бы вы могли быть, понимаете? Вот. То есть мне кажется, что вот в каком-то таком примерно направлении вам нужно двигаться. Вот. Мне кажется. Что в каком-то примерно вот таком движении вам нужно рассматривать свое будущее. Да, это испытание. Это безусловно это испытание. Это испытание на прочность вот как раз всего того, что вам ценно. Но на выходе вполне вероятно получится человек, который четко знает, чего он хочет, и куда он двигается, и куда стремится. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.